Всероссийский экологический тур Green Drive шагает по стране. В течение всего лета специальные фургоны с инвентарем для уборки территории курсируют по России. Позади уже десятки городов и километры очищенных от мусора территорий. О результатах акции в Люберцах расскажем в сюжете. В округе привели в порядок береговую зону Пихорки. Всех участников обеспечили перчатками, мешками для мусора и фирменной атрибутикой акции. Экологический тур объединил жителей всего Подмосковья. Многие пришли семьями. В детстве и на работе участвовала в субботниках. Но сейчас вот дочь мне предложила, я с удовольствием пошла. Чисто, чтобы было, мир, чтобы стал чище. Убирать надо везде. Я приехала в Люберцы из Воскресенска, мы еще хотим в Электростале прибраться и в Раменском. Может быть, еще подключим кого-нибудь из людей, чтобы нас побольше было. Потому что земля сама требует, чтобы мы прибирали, чтобы она была чистая, чтобы она дышала, чтобы она жила. Это вообще замечательно, что вот мы все вместе вот так вот взяли и собрались. В Люберцах усилиями волонтеров и жителей с берега реки собрали более 8 кубов мусора. Мы рады, что мы приехали в город Люберцы. До этого объехали много городов, и Чебоксары, и Казань, убирали и парки, и также зоны отдыха жителей. А все мы хотим жить в чистом месте, в чистой планете, да? Но надо начинать с себя. Вот поэтому наша такая миссия. Мы в выходной день пришли сюда и с радостью убираемся. Экологический тур завершится в сентябре. Всего он охватит более 100 городов России. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.